С добрым днем, друзья! С вами Суфро, и сегодня покажем карту губки Боба для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данной карты в нашем мире появляется мир под названием Бикини Боттом. Это мир настоящего губки Боба из мультисериала. Наверное, все видели этот мультик. Ну что ж, во-первых, здесь у нас есть три таких классных домика. Первый домик — это вот такой ананас, это дом губки Боба, куда вы можете залезть, но, к сожалению, нет переднего хода, поэтому в него зайти вы сможете только сверху. Если не ошибаюсь, то иногда губка Боб со своей улиткой здесь бывало отдыхал. Что ж, вот так вы можете спуститься по лестнице и посмотреть, что находится внутри этого домика. Ну, те, кто смотрели мультик, знают, что находится внутри губки Боба. Этот дом с Сквидвардом, в него вы можете зайти как в обычный домик, но, к сожалению, в этом домике или вообще в этой карте присутствуют разные баги, связанные с блоками. Вот, к примеру, такая белая шерсть вас будет преследовать около почти каждого ухода в любое здание. Вот, ну, если хотите, то все эти баги я смогу справить специально для вас, да, именно для вас, подписчики. Если вы хотите, чтобы я справил все баги этой карты, а карта была перенесена с помощью программы, то есть ее карту это не делали, а просто перенесли с помощью программы. Если вы хотите, чтобы я справил все баги, пишите в комментарии, я с радостью исправлю все баги, которые находятся на этой карте. Вот, это второй, можно сказать, баг этой карты, то есть, что все блоки, вот некоторые блоки будут заменяться такими рельсами. Ну, вот такой дом. Это дом Патрика. В него, к сожалению, залезть вы тоже сможете, сломав только блок. Но внутри у вас будет присутствовать довольно прикольный интерьер. Наверное, все узнают этот интерьер. Вот песчаный дом Патрика. Здесь он сидел. И, если не ошибаюсь, вдалеке у него был телевизор. Но здесь почему-то у нас нет телевизора. Но я опять же говорю, я здесь все смогу исправить. Если хотите, то обязательно пишите комментарии. Вот такие у нас растения гигантские. Да, все очень прикольно выглядит. Но, к сожалению, карта маленькая, местами может даже очень сильно потормаживать. Ну что ж, сейчас мы отправляемся в Кратикраб. А, кстати, это у нас гнилое ведро. То есть, это место, где работал или обитал планктон. Ну вот опять этот баг. Я говорю, этот баг будет вас преследовать везде. То есть белая шерсть, да. Я могу ее опять же сказал исправить. Вот. А, то есть это чампакет или что-то в этом роде. А это у нас Красти Краб. Что ж, зайдем внутрь. И здесь вы можете опять посмотреть интерьер этого Красти Краба. Но здесь опять же стоит баги, которые, как я сказал, могу исправить специально для вас, да. Поэтому для этого вам всего лишь понадобится написать комментарий. Что ж, давайте зайдем туда, где работал сам наш главный герой. Вот так, ломаем дверь. Ну, опять эта белая шерсть. Вот она уже, можно сказать, честно замучила. Ну и довольно прикольная карта. Поэтому я советую вам ее скачать. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.